Виктория Лопырева рассказала правду о романе с мужем Алсу. Модель ответила на слухи, что она увела Яна Абрамова из семьи. Именно такие слухи появились несколько месяцев назад. Сначала Алсу перестала выходить в свет вместе с мужем. На пальце артистки не было обручального кольца. Плюс певица опубликовала пару грустных постов и понеслось. Директор артистки поспешил успокоить поклонников, мол, в семье звезды все в порядке, сплетники не унимаются. И в предполагаемой разлучнице записали 40-летнюю модель и телеведущую Викторию Лопыреву. Мисс Россия молчать не стала и отреагировала на слухи. «Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет, расходимся», – написала Лопырева в соцсетях. Напомним, Виктория воспитывает 4-летнего сына Марка Леонеля от бизнесмена Игоря Булатова.